Когда меня пригласили в этот проект, я сначала как-то не согласился. Но потом ребята скинули мне музыку, дали почитать текста, и я понял, что это именно то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. Деньги, слава, многочисленные фанаты по всему миру — это, конечно, очень интересно. Но в первую очередь меня привлекает возможность самореализоваться в проекте. Средства для бороды. Мне его дали, я играю. Средства нет, как бы я не играю. Я вообще не понимаю, кто все эти хмыри. Приперлись в мой дом, начали говорить про какую-то музыку, творчество, самореализацию. Ник Черников Бэнд — это музыка моего сердца. Ник Черников Бэнд — это... Средство для бороды. Думаешь, мне все это надо? И это все нахуй не надо. У меня в моей жизни и так все. Заебись. Слышишь? Заебись. Заебись. Ебись. Блядь, здесь неудобно вообще. Ой. Я, блядь... Чтобы вот лицо было больше освещено. Мне неудобно здесь. Так, да? Да. Все, да? Да.